Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy M52 5G. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс графического ключа, сброс пин-кода, пароля на этом устройстве. Итак, если вдруг вы его забыли, можно его сбросить. Если у вас был установлен Google аккаунт, потом придется в этот Google аккаунт войти, конечно же, это факт. Либо же, конечно, сбросить защиту Google аккаунта, мы об этом тоже покажем вам, как это сделать. Конечно же, это видео уже есть на канале, как и это. Вот, и оно есть в плейлисте вместе с этим телефоном. У нас есть плейлист Samsung Galaxy M52 5G. В общем-то, как же сбросить пароль? Все очень просто. Смотрите, вам понадобится компьютер. От него ничего не нужно, он просто должен быть включен. Кабель и, собственно, телефон запароленный. Что нужно сделать? Смотрите, вам нужно подключить телефон кабелем к компьютеру. Без кабеля просто ничего не получится. Серьезно вам говорю. Смотрите, вам нужно одновременно сначала активировать экран, затем одновременно нажать и удерживать кнопку питания и уменьшение громкости. Нажать в пустой области и постоянно делать вот так вот. Как только экран погаснет, нужно нажать на кнопку увеличения громкости вместо уменьшения, но продолжать удерживать все время без перестанку кнопку питания. Затем через секунд 5-6 отпускаем и опять нажимаем кнопку увеличения громкости. Отпускаем кнопку питания, как только загорится логотип Samsung. И таким образом мы с вами попадем в режим recovery. Можно отсоединять уже кабель от телефона, он нам больше не понадобится. Теперь смотрите, что мы делаем. Нажимаем на кнопку уменьшения громкости несколько раз, доходим до пункта Vape Data and Factory Reset. Нажимаем на кнопку питания, спускаемся разочек вниз и нажимаем на вот эту вот вторую кнопку. У меня по какой-то удивительной причине все по-испански, но неважно. Все данные с вашего телефона, естественно, удалятся. Теперь нажимаем на кнопку питания еще раз и ждем, пока телефон загрузится. Только внимание, эта загрузка будет длиться некоторое время, поэтому не спешите рвать на себе волосы. Пойдите, заварите чаек, съешьте печеньку, а ваш телефон через минут 15-20 включится. Главное в это время, чтобы телефон, во-первых, не разрядился, поэтому подключите его к зарядке, не к компьютеру, а к нормальной зарядке. А во-вторых, не клацайте кнопки, потому что это может сбить процесс, и потом придется вообще его прошивать. Поэтому не трожьте его пока. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, кому это видео помогло. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.